Это больше, чем игра. Это наша реальность. Где пара букв имеет смысл? Где мираж — это хедшоты, фраги и две минуты борьбы, а уже потом иллюзия? Где персонажами управляют герои? GGBet. This is real. Приветствую всех, друзья! С вами по-прежнему UA Mert, Order против DGG eSports. Карта Vertigo. Видели мы уже одну Vertigo. Там себя показали Ордер, мягко говоря, с плохой стороны. 16-7 закончилось не в их пользу. И там их развалили. Причем развалили подчистую. Энкор вообще не почувствовали их. Посмотрим, что в этот раз у нас Ордер покажут. Алистер падает. Зев забирает своего противника. Дальше выкат. Выходит. Зев забирает еще и Викзитая. Выход Зев. Пытается разобраться. Не получилось. К сожалению. Выход. Зев смотрит. Бомба установлена. Лес на выбивание. Выход. Лес дернул. Ну и отходит. И выход отлично! Забирает леса, забирает Секоя. И это 1-0 за DGG Esports. Виксайд берет Дигл, также остальные тоже. Вомбат отправляется на рампы. Будет, скорее всего, соло фейковать. Хаг, отличная подсадка. Забирает оппонента. Забирает Секоя. Дым. Инс. Чекает. Спрей. Есть контакт. Апокдюд забирает инса. Дальше проходит на точку Б. Ребята из DGG. Лес. Лес пытается в дыму пройти. Или вышел из дымов. Забрал Зефа. Хороший минус. И апокдюд. Сейчас пока. Гам. Забирает Леса. Хороший минус. Ну, нужно доиграть 4 в 2 без потерь. Желательно, как-то захватили плент и тут же его отдали каким-то чудом. Непонятно, как так происходит, но ситуация, ситуация. Дым лежит. Алистер с калашом забирает вамбата. Ну, а пакет разменял. Дальше. Виксайд. И Виксайд падает. 2-0, друзья. DGG забирают второй к ряду раунд. Друзья, пока тяжеловато, если честно, ребятам из Ордера. Но мы напоминаем, я напоминаю вам, что Ордер на Vertigo чувствует себя, ну, не как рыба в воде, как рыба на суше. Скорее, вообще себя не ощущает. Им очень тяжело. И причем им тяжело в защите, в атаке им до невозможности тяжело. Ну и как? Забирает инса. После этого Алистер забирает двоих. Отличная агрессия. Ждет второго снизу. И Зев. Ну раз забрал уже леса, то это 3 в 3. Два калаша с юспом против калаша и двух МАК-10. Минус. От Алистера. Боже, как же результативен этот калаш. И бомба выбита. Виксайд. Подсадит тиммейта. И теперь Алистер отходит. Йор Вомбат. Попытается что-то придумать. Ну, Зев забирает первого. Зев
план. Алистер разогревает себе ужин из вамбата, да и в целом из всей команды GGG. Ну и Зев. 1-2. А что делать? А как играть? 25 секунд, бомба, правда, есть. А вот это, кстати, упущение, мне кажется, больше от коллектива Order, чем заслуга Зефа. 14 секунд, никого не видит, но Зеф будет 100% убегать в спину. 8 секунд, отправляется Сайкош. Спрей, Зеф. Сайкош забирает, дальше 1 секунда, и Зеф не успевает. А нужно было... Ленти чуточку пораньше. Первый для Ордер. И, к слову, первый сумасшедший прям раунд. Алистер молочина засолил по факту этот раунд. Если бы не он, я думаю, сейчас бы мы видели разгром очередной. А так еще и Алистейру флешку дали. Вдобавок ко всему прочему. Флешка. Выходит, опадет. Забирает его инс. Правда, Алистер... Алистер, вернее, его забрал, а он забирает инса. Ну, инс, кстати, поначалу себя не раскрыл. Помним мы его на нюхе. Тут совершенно не та ситуация. Зеф. Забрал Алистейра, но в размен выходит лес. И все это на рампе, друзья. Выстрел неплохой. Фиксайта. Фиксайт дальше проходит. Проходит контракшн. Йор вомбат. Хороший минус. Остается гам. Вместе с вомбатом. 2-2, но фуловые тут. Ребята из Ордер. Буду давить. Лес смотрит спину. Никого пока не видит. Спрей. Сакош. Гамп. Забирает леса. И Сайко. Забирает 2-2. Второй для себя забирает. Молодчина. Два-два, друзья. Алистер. Уже с эмкой. Калашик остался у Сайкожа. Лиас забирает гампа. Хороший минус. Алистер. Отошел спрей. Алистер задавил своего противника. Дальше минус. Дальше спрей вновь. Личный фраг. 3-2. Клаши. Теперь у DGG. Начали они хорошо, но начали и плохо. С другой стороны, 2 взяли и 3 к ряду отдают. Это раскидка. Эксайт. Прошивает. Зефа не нашел. Граната зато отличная будет. Флешка. Отличный хэд по Зефу. Эксайт знал, куда стрелять. Хороший минус. Молик от гампа. Идет раскидочка. Инс. С лесом. Инс флешку накинул. Убегает инс. Лес тоже уходит. Нападет. Надамажил его. И Алистер. Сейчас найдет себе проблем.
находит себе проблему. You are wombat. Дает хороший минус. Лес молотов. И теперь уже равенство по игрокам обоих коллективов. 1-1-2. Стоят ребята довольно-таки дефолтно для ситуации, сложившейся на карте. Но опять же, если куда-то навалятся ребята, и этим куда-то будет либо центр, либо Б, тяжело придется. Хак. На центре падает Сайкош, также на пункту забирает леса. И пиши пропало. На самом деле, в упоре остается лишь Инс. И если Инс зацепится за два минуса, ну, даже одного не дал. И опять последний тайминг. Вышли, раунд взяли, забирает гамп своего оппонента, выксайд падает. 3-3. Но опять последний тайминг, друзья. И может это однажды сыграть злую шут. На самом-то деле. Пока без фрагов у нас, к слову, Инс. Немножечко подвыпал он в начале. Знаем мы, что Инс, в частности, на нюке, ну, прям разваливал. А сейчас что-то не идет у него. Ну и посмотрим за вексайтом. Первого забрал, второго ожидал, ну, совершенно не в углу. Хаешка по инфе, вамбат 66. Дым пытается спасти вамбата, но оказывается все зря. Даже флешоном Инс находит этот угол, забирает своего противника. Гамп тоже падает. Инс отличнейший минус. Музеф получает урон. Алистер. Дым на рампу. 2 в 4. Ждет Алистер. За цементом. Отличный фраг от Алистера. Подловил он Зефа. Ну и стоит ожидать Хага. Верно в той же позиции. Хаг с бомбой. Видел его Алистер. Тут же прострелы, выстрелы. Ой-ой. Проблемки начинаются. Проблемки начинаются у ребят из DGG. Это их пик. И на своем пике нужно показывать класс. Напомню, вторая карта — это карта Инферно. А вот на Инферно мы точно видели, ребят. Из Ордер. Вот Ордер на Инферно разрывают. Так что супер нежелательно переводить все Инферно, будучи в минусе. Для коллектива DGG. Олик Ордер. Ордер играет не очень-то агрессивно, на самом деле. Просто оппоненты их боятся, они знают, что калаши. Просто начекают, гранаты им в ответ не залетают. То же самое и с центром. Гамп на центре улетел. Флеша вновь. Виксайд. Уже второй минус на рампе. Ну и лес спину дожимает. Кош. Но пока дым от Алистера. Далее Хаге. Флешечка опять. Аккуратненько здесь. Нужно. Минус почти удался. Хак 58 после проклена. Молик от фиксайта. Лес. Хаешку доджит. Ну чудом буквально. Я погдет вместе с остальным коллективом. Стакаются ребята под рампой. Скоро должны выходить, потому что часики тикают.
и долго ждать нельзя, потому что позиции проверяются с каждой секундой. Все больше и больше информации есть по карте для коллектива Order. Ну, Алистер, флешку дал. Пикает аккуратненько. Как же хорошо он распикивает. Аккуратненько высматривает. Не опадет. Флешечку дает. Выходит, ребята, под флешку. Молотов тоже. Гампа в спине собирает. Также Алистер кладет первого для себя. И погибает от вамбата. Дальше Зев помогает с инсом. Хорошо, 3 в 3. 30 секунд остается. Гипотетически можно и перетянуться. Но не решают, ребята. Решили эту проблему таким простым методом. Они будут давить до последнего. Биты два игрока. Коллектива DGG. Вамбат фуловый. Сайкош. Приятно ему. Хаешечка от Виксайта. Не достигла своего адресата. Оба игрока живые. Бомба установлена. И дальше Зев. Выстрел Савика промах. Но и Виксайт тоже успехов для себя не достиг. Ждет Зев. Промах по флоуму игроку. Выпад второй. Забирает Виксайта. Дальше Хак. Забирает Сайкоша. Один в два лес. А как так? Парни. Что случилось? Почему ж? Почему не выбили? Тяжело очень. Тяжело очень убивается. Лес не смог пройти. Ну, это все Зев. Зев со своим авиком слишком много импакта дал. Не забрали его тогда, когда можно было забрать. И по итогу за это поплатились. 5-4. DGG забирает важный для себя раунд. Очень важный раунд. Вот. Хаешка залетает. Интересно, хае. Минус 62. Ну, плюс. Вернее, 62, но минус 38. У Хага выходит тем временем инс. Зефа забирает. Как же хорошо под флешку разыграли ребята. Поняли, что нет агрессии. Можно выйти на прочек. Как минимум, один фраг он точно бы давал. И так и произошло на самом деле. Молотов. Молотов от Виксайта, ответный, ну тут просто положили. Что Виксайт, что Инс, просто вдвоем закрыли своих оппонентов. И второй авик, к слову, Виксайт забирает. Не может это не радовать. Одиннадцатый. И вот приближаемся мы к нему. Плюс дым. Виксайт. Хаешечка. Виксайт проходит дальше. Здесь просто глоки, но эти глоки тоже могут ставить бомбу. Алистер дал свой минус. Дальше Алистера задавили. Гамп забирает своего противника. Ну и инс с лесом пришли на помощь и отбили этот авик. Два авика остается у защиты. Лес буду купать себе, естественно, эмочку. Итогу 7-4. Инс. Молик под инсом. Молик ответный. Инс чуть-чуть поджал. Должны были это слышать, конечно же, ребята из DGG. Алистер забрал пакдюда, но вамбат дает размен. Гам. Подбирается. Ешка. Зев. Виксайта забрал. Опат. Молотов. И тут же флешка. Флешка. Смотрится аккуратно Сайкор. Молотов дает. Ну, естественно, есть у него ОВП в руках. Должен будет щелкать первого. Но бомба ставится. Прострелов никаких нет.
Тут же хаешки. Гампа просто задавили три хаешки. И прощай. Прощай, Гамп. Молотов на констракшн. Лес сразу же пошел дефузить. Понимает, что будут его, скорее всего, прикрывать. Флешка пошла. Прострелы идут, но лес увереннейшим образом забирает этот раунд. И хак не дошло до него дела. Засейвил он калашников. Но грустненько, на самом деле. Вроде бы бомбу поставили, но дальше поплыли. Поплыли, ребята, 100%. Потому что, ну, это прям... Вот даже контеста не было. Флешка. Выход, выход. Сайт забирает Зефа. Инс. Тоже свой минус дает. Виксайт. Дальше. Филс в руках. В спину проходит. Можно за нож. Есть контакт. Хорош. Виксайт на нож забрал оппонента. Дальше можно из Текнайна разобраться. Флешку дожит. Виксайт дальше дает. Сам в своей же флешке умер. Ой-ой-ой, Виксайт. Квадрокилл плюс нож. Отличный минус. Отличный раунд. Очень сильно. Раскидка. Сайкош. Забирает опадюда. Гамп вообще упал. Не повезло здесь Гампу. А это оружейный, друзья. И Инс. Пострел Зефа, но раунд уже не пошел у DGG. Ожидаю я здесь 2-0. Дым. Что так? Как-то DGG взяли карту, а играть, похоже, либо забыли как. Либо просто чуть-чуть не дотягивали до своего оппонента. И Зеф забирает противника. Хорош, молотов дальше. Сайкож играет Зефа. Постреляли еще по Сайкожу. Испугался, отошел, но Алистер приходит на помощь. Виксайт уже в спине, 13-8 Виксайта. Этот парень идет в еду, что-то понятно. Десять, 4. 15 раунд. Молит. Флешка. Лес отошел. Еще хаешечка. Ин в центре. Не ожидал хак такого развития событий. Граната от Алистера вновь. Очень больно Зеф. Он без армора, по всей видимости. 15% остается от одной хаешки. Это страх. Для него этот лес... Настреливает отлично. Первого поддамажил, второго и вовсе уничтожил. Падют падает. Вамбат остался на 22. И Your Wombat и Гамп должны стакнуться. И что-то придумать. Алистер. Вот. Лиас. Есть авик. Бомба тикает. Сайкош забирает нашего вамбата. И дым. Все, лестница закрыта. Алистер уже в поисках Гампа. 40 секунд. У Гампа есть посейвиться. Ну, еще там. Плюс-минус несколько после таймера. Гамп ловит инса. Первый минус есть. Ну, хорошо, выбил девайсик. Можно и погибать. Лес оформляет минус. 11-4,5. Да, друзья, половина подошла к концу. Супер быстрая. Причем половина вообще не ощущалась какой-то борьбы от DGG. Начали очень хорошо, начали уверенно. И потом просто провалились. На самом-то деле. Просто не получилось у них. Не знаю я почему, не знаю, как так произошло, не знаю, кто всему виной.
но вышло как вышло. К сожалению, так и есть. Мы будем ждать, пока ребята нажмут ready. В целом, если так и дальше будет идти, знаем мы, что Inferno невероятная ордер. Ордер уничтожит оппонента. Но опять же, зная... Не зная DGG на Inferno, нельзя так говорить, но судя по вертика, который они пикнули, тут шансов практически ноль. Не знаю я. Ну ладно, смотрим вторую половину. Вторую половину и погнали. Выход от Апогрида. Забирает инса. В защите оказывается у нас DGG. Ожидаем от них напряженной борьбы. Алистер проходит дальше. Куда гамп не ушел. Лес пушит Зефа. Хороший фраг. Дальше Алистер проходит. Дым готовит. Дым пошел. В дым. Лес. Флешка дожится. Падет, падает. Так, тоже должен упасть. Гамп. Бомба установлена. Но не гамп не смог. Хак падает. Сайкор забирает его. Вамбат пытается что-то противопоставить. Виксайд падает. Алистер. 73%. П250 в руках. Грозное оружие на самом-то деле. Пистолетки. Выход леса и кожем уничтожает. Двенадцать четыре. Пистолеткам. За ордер. Продолжают они давить. Сайкор. Сайкор забирает троих. Дальше лес. Забирает еще одного игрока. Падет. Без шансов для падюда. Хороший минус. Хороший ро. Тринадцать четыре. Третий раунд, друзья. Раз, дочка. Дым. Еще один Зеф подгорает. Очень больно Зефу, но лес падает. Алистер. Идет Зеф. Видит фиксайтом. Инс закрывает в ответ Зефа. Хорошо, падет. Подтягивается, но Инс... Тоже минусы дает. Ападют. Дал размен. Вдвоем ребята принимают тем временем падюда, но биты от падюда до невозможности. Стягивается хак. Сайкош падает от гампа. И по итогу... По итогу 1 в 2. Алистер. Молотов дает. Калаш подбирается. Есть бомба на руках. Но гамп уже хороший угол взял. Тут без шансов. Тринадцать пять. Первый в защите для... DGG. И я думаю, не последний.
Ракетка есть. Лия сразу забирает подюда. Гам пытается найти где-то размен, пока не вышло. Лес. Эксайд. Зеф забирает. Хороший фраг. Дым. Эксайд заблочил. Аристейр проходит чуть дальше. Спред Виксайтом. Гампа закрыл. Йор Вомбат. Минус по Виксайту. Фраг отменный. Это 3 в 2. Сайкош. Прошел через центр. Падает хак. Ну и все. Вомбат последний. Молотов под него. Изолирует его от игроков. И можно плентить. 3 в 1, друзья. Спред Сайкоша. Вомбат не перестреливает. С МП-9. Пятый раунд. Дым от леса. Будешь ждать поджимов. Денег нет, к слову, у DGG. МП-9 плюс 3 5-7 с стеглом. Гамп. Пицца закрыл. А падет, забирает противника. Лес в размен. Тяжело, пока тяжело, очень тяжело ребятам из Ордер. Забирает практически всех, кроме Алистейра. И Алистейр убегает на точку Б. От гампа молотов. Хак уже стянулся. Хак уже будет ждать центр. МП-9 у Зефа появляется. Алистейр. Выход. Какой же свап. Калаша, Алистейр. Давай, можно поплентить. Видит хак своего противника. Дальше спускается. Хак очень красиво байтит. Бомба установлена. Алистейр. Дым подправо. 1 в 3. Тут нереально будет вытащить. Боти гамп забирает и противника, и союзника. Но раунд взят. Шестой раунд. Шестой раунд для DGG. Хорошо, они приняли пистолетами своих оппонентов. Но теперь форс ответ от Ордер. Денег маловато. И вомбат уже принимает игрока. Лес падает от Ападюда. Ешечка от хага. Там есть противник, но мы видим, бомба все-таки давит под Б. Виксайт будет пытаться удивить. Падет. Минус есть от Инса по Падюду, но хак в размене. Сразу же молик. Пройти уже не получится. Виксайт отвлекает внимание. Нужно забрать Зефа. Да, хорошо, что забирает. Будет даже шанс на то, что кто-то стянется с точки Б. Но есть инфа по бомбе. Виксайт гампа забирает. Тут же бомба убегает. Точка А пустая. И вот тут уже поинтересней. Тут уже поинтересней. Забайтились. Ребята из DGG пришли. Проходит далее. Алистейр. Проходит плентить. Бомба устанавливается. Ну, все, задача выполнена. Хак забирает Виксайта. Правда, Алистейр. Ну, есть один минус. Со вторым не получилось. Но хорошо, друзья. На самом-то деле... Умницы. 14-7, но Ордер сделали хорошую работу, провели
Один калаш оставили в амбату. И далее дожали. Дожали бомбу. Да, все погибли, но это эко. И, ну, просто хорошо. Проходит вамбат, хаешка. Не достигла на своего адресата, но и так тоже неплохо. Саша вновь. Алистер. С эксайтом, смотрит по сторонам. Молотов. Yes. Бомбу подбирает, и все-таки рампа. Тут 4 игрока. Пошло движение. Хак, остается на точке Б. Дым накинул, а пойдет под центр. Смещается. Ну, везде уже поджали ребята из DGG. И довольно-таки ожидаемо становится выход. Гамп забирает лесом. Хороший прострел. И уже большинство для... коллектива DGG. Гамп. Нужно что-то делать. Дым с хаешкой. Бомбат молотов накинул на боковую линию. Плюс флешечка. Алистер. Флешку доджи. Ждет вамбата. Вамбат падает. Моря. Гамп подходит. Выход. Отличный минус от Сайкожа по гамбу. Гампу. Сайт. Тоже фраг. И все. И развалилась защита. А DGG. Ну что ж так неаккуратно. Ападют. Собирает с констракшн. Но тут же Сайкож дает минус. Есть инфа по последнему. Зев нужно отправляться сейвить. Да, ситуация, конечно... неприятное. И Зеф выходит. Сайкоша забирает? Нет. Все-таки авик останется у Зефа. 15-7. И вот шаг от победы. Еще один шажочек. И Ордер станут победителями в этой карте. А дальше их пик. И уже никто не знает, что же там и как там будет. Напомню, следующая карта — карта Инферно. После этого, если чудом DGG заберут Инферно, мы с вами увидим карту Мираж. Что тоже на самом деле неплохо. Но увидим. Раскидка, инс. Флешка есть, флешка вторая. Пушат ребята из Ордер. Точка Б, денег абсолютно нет. У DGG лишь один АВП, и все развалилось. 4 в 2, 4 в 1, Зеф с точки А отправляется на выбивание. Тяжелейная ситуация, просто тяжеленная. Бомба стоит. Зеф, 44, додавили. 16-7, друзья, победа коллектива Ордер на карте. На карте Вертига. Ждем следующую встречу. Календарь турниров по CSGO набирает обороты. Обновились рейтинги лучших игроков и игроков с АВП. Кто теперь на первом месте? Это и многое другое узнай на CoverGG. Вся статистика и расписание матчей на CoverGG.